заехала в торговый центр, покажу вам магазин. Он похожий на Максток. Только, ну я не знаю, он похожий очень на Максток. Там всякая такая побрякушки, манго, скидки. Я уже была. Такие джинсы хорошие купила за 100 шекелей. Вот, ну ладно, вот заходим в вот этот магазин. Вот он называется Big. Остальное я не знаю что. Тут разная канцелярия. И все, что в вашей душе угодно. Вот. Маски по... Давайте 6 шекелей, 50 масок. О. Да. Не знаю, что она хочет от меня. Что ты хочешь? Смотрите. Я приехала нитки посмотреть. Тут вот есть ниточки. И вот. Но только, блин, те же самые. Такого же качества. Толстая нитка. Взять, попробовать, наверное, с такой связать. Видите, больше для такого, не для не пряжи. Мне не очень понравились нитки, которые там есть. Не то. Вот нитки какие-то еще ужасные для вязания этими спицами. И тут еще что-то есть. Бечевка. Это тоже не нитка, а какая-то леска. Вот это больше на нитку похоже, но тоже. 50 грамм катон. Такой жесткий. Ладно, блин, что делать? Купить такой 7 шекелей стоит, смотрите. 7 шекелей, тут еще вот такие есть. Рибон непонятные. В общем, что-то можно выбрать. Это прикольно, знаете, на зиму подарки упаковывать вот в такую. Типа красный с белым. Бечевка не нужна мне. Ну тут везде только бечевка и вот это. Ну, называется Big Stock, я уже вот набрала. Big Stock. Да, вот тут разные просто дребедения полно. Наклеечки всякие. Все, шекель 2 стоит. Все очень-очень доступно. Все очень так ярко. Короче, такая единорожка 20 шекелей стоит. Детские игрушки. В общем, канцелярии полная. Тоже там по 2 шейка, 5 шейкелей, 10 шейкелей. Такие ланчбокс или что это? Игрушки, короче. Вот для кексиков, знаете, хотела вот такую форму для кексиков, только такую помягче. В общем, вы тут найдете все. Вот цены такие же, как у Макстоки. Абсолютно. Абсолютно такие уже по шекелю. Вот. И бытовая. Есть там веники разные. О, венчики по 10 шекелей. Экономки по 5 шекелей. 10 шекелей есть. Я люблю такие отделы. Вот силиконовые лопаточки по 5 шекелей. Все, короче, по 5 шекелей, видимо. Кисточка, не знаю, сколько стоит. Тоже силиконовая. Посуды. Море. Что нам нужно? Нам нужно что-то отсюда? Скалки. Сколько мы скалку покупали? За 40 шекелей? Вот 10 шекелей, но мне кажется, это будет черное, вот это ржавое черное будет.
Лучше вот купить обычную деревянную и не морочить мозги. 15 шекелей. И тут много всего. В общем, кухонной утвари полно. Тут даже вон кастрюли, сковородки, наборы. 100 шекелей. Пахучки. Стаканчики, что это такое? Ментоши. Машина, наверное, шпетня какая-то. Тут даже есть лампочки на машину. 20 шекелей. Вы поняли? Так, ладно. Вон там еще, смотрите. Для ванны лампы по 35 шекелей. Ведра, мусорные ведра по 35 шекелей. Вот смотри, 35 шекелей всего лишь. Это дешево. Набор судочков 15 шекелей. А тут 3 судочка. 3 крышечки. В общем, разные. О, типа. Коктейль 20 шекелей. Шейкер. Шейкер. Вот для посуды сушилка. 35 шекелей, смотрите. Я вам говорю, что тут это все пластмасса, Китай. Вот и все. Но тут есть даже зубная паста. Вот цветы искусственные по 129 шекелей. Очки. О, Мари хотела очки себе, кстати. Надо ему купить. Подарить. Вот такие ему надо, плюс 2. Ему подходили. Надо красивые какие-то, а тут некрасивые. Плюс 2 только красненькие, поняли? 5 шекелей стоит всего лишь. В общем, все. Носки, трусы, постель. 60 шекелей постель. Это 100 шекелей. Я покупала такую постель. Вот точно-точно такую. В такой цвет даже у меня. Чуть-чуть темнее. Вот, но все то же самое. Я покупала в этом. В Эшераде за 65 шекелей. Тут 100 шекелей. Поняли, да? Точно вот эта фирма. Вот такой себе пупырышка тоже. 65 шекелей я брала. В общем, всего полно. Носки. Уже теплые продают. О, кстати, надо, знаешь, взять вот эти палочки. А для чего они? Для ушей. Для ушей? Да. 2,50. Короче, надо взять. На, подержи. Сколько вот эти вот стоят, когда был коронавирус? А где ты цену видел? А, ну, вот 90. Время, да. Да, 90 шекелей есть цена, 100 шекелей. 800 гривен. Ну, в принципе, так и стоит у нас в Украине. Нет. Да. Аккумулятор. Да, улучшается типа. А, сад, огород, горшки по 15 шекелей. Смотрите, кошелек за 10 шекелей. Не хотите? О, вот фонарь. 10 шекелей всего лишь. Еще и коробочка, смотрите. Замечательно. Какого фонаря тебе покупалось? Под одеяло книжку читать. Нам на работу. В общем, так. Это что? 10. 4 шекеля одна, 10 за 3. Салфетки влажные. Что тут еще есть? Вот. Зажигалки разные. Вот еще очки. Напоминает магазин, это знаешь, все по 5. Да. Пятерочка. Да, смешные цены. Или как они у нас называются в Украине? Аврора. Не пятерочка? Аврора. А, Аврора, да? Все, ладно, выходим. Макдональдс тут такой маленький. Ну, у нас заказали его 2. Макфлури по 15, по 14 шекелей Макфлури. По 15. По 15. Вы тут подходите и набираете, и все, что вам интересно. Есть меню на английском, иврите, русском, французском. Короче, какой хотите. И выбираете все, что вам
хочется. Даем наш заказ. Если вы думаете, что только у нас в Украине вот такая молодежь дебильная, то вы ошибаетесь, в России. Смотрите. Вот как это называется. Залезли здоровые бугаи и качаются. Просто. И это, скорее всего, американцы. Еврейские. Потому что они говорят чисто на, ну, на английском. Вы понимаете? Посмотрите. Это нормально? И вот вы говорите, что это типа только наши так могут. Нет. Такие тоже могут. Он ушли. Дебильные, да? Я считаю, что это дебилизм полный.